Отлично, все очень хорошо. Ровненькая волнышка. Поехали. Класс. Снега, правда, маловато, но ничего. Мы и так покатаем. Обалдеть. Супер ровная вода. Зря я его ранил. Да, поотравлять нельзя в таких условиях, когда ветра мало. Тем более в зоне обрушения. Ну ничего, сейчас перезапущу. Да что ж такое-то? Отлично. Кайт в небе. Значит, все хорошо. Надо теперь его подсушить, а то он тяжелый. Катание по волнам с кайтом. Самый важный момент — это контроль над кайтом. Ни в коем случае нельзя его терять, иначе купол упадет, его замоет, ну и тогда могут начаться серьезные проблемы. Правая манава. Бывает и такое. Еще и платаруш проверю заодно. На малом рифе был, на манаве был, а вот и платаруш родной. А? Смотрите, какая стеночка. Классно же? Классно, я считаю. О, хорошая. Откуда он? Будешь кататься? Я с тобой. Что мне на берегу делать? Мне там скучно. Ровненько, класс! Как будто это и не малый риф. Офигеть!